Добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Утром 13 июля в возрасте 88 лет умер поэт, писатель, сценарист и редактор Александр Тимофеевский, сообщил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков. В это рождественское утро не стало Александра Павловича Тимофеевского. Он был не только издаваемым и любимым многими поэтом, он был настоящим деятелем анимационного кино. Работал редактором на «Союзмультфильме» и «Экране», пробивал и отстаивал чужие сценарии, писал свои, сочинял тексты песен. «Пусть бегут» неуклюже стало гимном дня рождения каждого советского человека, написал Капков в Фейсбуке. Он напомнил, что некоторое время Тимофеевский был художественным руководителем кинотеатра «Баррикады», был вместе с поэтом. Писателем и сценаристом Владимиром Головановым семинар сценаристов анимационных фильмов в Доме кино, выступал с творческими вечерами, был активным участником худсовета «Союзмультфильма». Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.